скажите, пожалуйста, вы здесь уже осмотрелись? Вам нравится? Да, здесь очень круто. Прям суперское место, советую. Все сюда приходим, я буду вас фоткать, я здесь фотограф. Вообще интересно очень. Да, очень современно и круто. Можно пофоткаться, поснимать тиктоки, когда будет здесь поменьше народа. Расскажи, какая, по-твоему, здесь локация соберет больше всего лайков в Инстаграме, в ТикТоке, вообще в соцсетях? Мне кажется, самая яркая, самая такая светлая вот эта локация 100%, потому что всегда в интернете все любят яркое, светлое, насыщенное, вот как раз здесь вообще все такие локации. Ну, в Инстаграме, я думаю, здесь очень много заберет. Да, всегда яркое заходит, круче всего. 18+, которая. Мне кажется, на кабриолете. Вот это? Вот это? Почему? Потому что мы с вами здесь сидим. Как ты вот думаешь, сколько на той локации мишек? Ну, 50, наверное, точно есть. Ну, я думаю, штук 100. Ну, приблизительно где-то 200, возможно. Может быть, как на картине «Мишки в лесу». Сколько там было? 6, не знаю. 5. Много. 1000. 1500. Много разных локаций. Какая тебе запомнилась на данный момент больше всего? Зеркало, в котором можно фотографироваться. Мне нравится эта машина, вот. Почему-то она мне запомнилась. Я бы там что-нибудь снимал. Но я полюбил жирафа. Я назвал его Игорем почему-то сразу. Игорь. Жираф Игорь, запомним. Я очень проклянулся. Ну, а мне вообще вот понравилось вот то вот место с большими экранами, конечно, офигенно просто, да. Ну, мне очень понравился бассейн, где мишки, вот, там всякие разные шарики, короче, это очень интересно для контента, как раз именно в ТикТок, в лайк, в Инстаграм. Посоветовал бы сюда своим друзьям прийти? Да, я уже это сделал. Уже? Ну, конечно, у меня тут много друзей. Я всех с собой притащил сюда. Просто уже сюда привели всех своих друзей, они все здесь. Конечно. Приходите, ребята, будем здесь снимать тиктоки, лайки, вообще абсолютно все.